Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин металлоискателей Fortuna. В данном видеообзоре мы рассмотрим очередную модель американской фирмы Garrett. Металлоискатель Garrett AT Pro. Этот универсальный, мощный металлоискатель с небывалыми возможностями не боится ни дождя, ни пыли, ни погружения в воду. Одним словом, металлодетектор на все случаи жизни. С его помощью можно эффективно искать как монеты, так и клады в различных типах грунта и даже в соленой воде. Давайте более детально изучим прибор. Открыв упаковку, вы увидите разобранный металлоискатель, состоящий из двух частей, которые формируют основу металлоискателя. Верхняя часть металлоискателя, так называемая верхняя штанга, является основной составляющей прибора. Это обусловлено тем, что на ней размещен блок управления металлоискателем, позволяющий делать определенные настройки прибора, а также получать необходимую информацию об объектах в процессе поиска. Корпус сделан качественно, при использовании нету люфтов и скрипов. Чуть выше расположен усиленный подлокотник. Удобная форма и качественный манжет позволяют комфортно закрепить устройство на руке, тем самым уменьшая нагрузку при активном использовании. Нижняя часть металлоискателя представляет собой выдвижную штангу. С помощью специальных защелок за несколько секунд вы сможете изменить длину штанги до необходимой. Благодаря этому металлоискатель можно подогнать под нужный рост кладоискателя. К нижней части штанги с помощью специальных болтов крепится стандартная катушка DD Performance размером 8,5 на 11 дюймов. Помимо самого металлоискателя, в упаковке вы найдете множество дополнительных элементов комплектации. Первое, что бросается в глаза, это фирменные наушники компании Garrett, позволяющие сосредоточиться на поисках, не отвлекаясь на посторонний шум. Помимо фирменных наушников, вы найдете отличную кепку и удобную сумку с логотипами Garrett. Также в комплекте присутствует диск с картами, подробная инструкция пользователя и гарантийный талон сроком на 2 года. Подарок вы получите защиту на катушку, русскую наклейку на блок управления, фирменную наклейку нашего интернет-магазина и диск с каталогом монет. Плюс один подарок на выбор, 4 аккумулятора емкостью 2700 мА и зарядное устройство к ним, или саперный вариант всем известной лопаты Fisker Solid. Рассмотрим более детально блок управления. На нем размещен монохромный дисплей, на котором отображаются режимы дискриминации металлов, заряд батареи, предполагаемая глубина предмета и чувствительность. Для управления присутствуют три кнопки качели: дискриминация металлов по числе VDI, по сектору и настройка чувствительности. Также кнопки включения, громкость железа, пинпоинтер, кнопка выбора дискриминации и баланс грунта. Металлоискатель оснащен мощной катушкой DD Performance размером 8,5 на 11 дюймов с частотой 15 кГц, которая позволяет определить монету 5 копеек на расстоянии 34 см по воздуху. Металлоискатель имеет трехтональную идентификацию металлов, 6 программ дискриминации, а также цифровой идентификатор цели VDI. При всем этом он очень компактен, вес 1,4 кг и длина от 1 метра до 1,30 м. Гарантийное сопровождение и доказательство оригинальности устройства подтверждает голограмма. Ну что ж, сегодня мы рассмотрели достаточно неплохой вариант своего ценового диапазона. На сегодняшний день металлоискатель Garrett AT Pro признан одной из самых продуктивных моделей из серии Garrett. За счет высокой частоты 15 кГц прибор Garrett AT Pro имеет высокую чувствительность к мелким вещам, золотым украшениям и ювелирным изделиям. Основными достоинствами металлоискателя являются усовершенствованная система распознавания металлов, система подавления помех, новые технологии ручной и автоматической балансировки грунта. На этом наш обзор закончен. Спасибо за внимание, следите за нашими видеообзорами и до новых встреч!